Витаю! С вами Игорь Пох, та программа Пох фактум. Есть моей программы ⁇ Керевник центру поддержки бизнесу ⁇ Артем Василенко. Сегодня говорим о рынок праці. Витаю, Артем. Здравствуйте. Ну, начну с того, что я недавно наткнулся на заметку на одном из сайтов города Тернополя, в которой говорилось о совершенно жуткой проблеме кадров, ну, конкретно в этом городе. Но заголовок был такой. Это тупик. Вот я его зачитаю. В Тернополе предприниматели уже не могут найти рабочих на зарплату в 4000 гривен. Сама заметка – это перепечатка э, поста в Фейсбуке женщины-предпринимателя, которая на э, специальном сайте по подбору э, кадров э, разместила объявление о наборе работниц на швейное производство с зарплатой в 4000 гривен. Через некоторое время объявление прокомментировал другой предприниматель. Уже год ищем, глухо. Похоже, что объявление нужно давать в польскую газету, иронично написал он. При этом объяснил, почему в Тернополе такие проблемы. По его данным, в Польше швия за месяц получает 2000 злотых, э, зл, да, если умножаем по курсу на 7, получается 14 тысяч гривен. Плюс бесплатное жилье. И вот он пишет, если зарплата в Украине будет, в Украине будет составлять половину, хотя бы польской, то, думаю, работников найти можно. Вообще производство в Украине не приветствуется правительством. Производитель у нас экстремал. Банально ткань привезти из Польши люди уже два месяца не могут. Цеха закрывается на ровенщине, жалуется предприниматель. В принципе, ситуация, на мой взгляд, и по, по моим скромным данным, примерно одинаковая по всей стране. Да? То есть, если, например, в столице, в Киеве еще можно найти вот этот так называемый рынок труда, но там все-таки много вакансий достаточно. То в областных центрах, не говоря уже о районных центрах, ситуация ну катастрофическая практически. Вот с чем это связано? Как думаете? Ну, вы знаете, собственно говоря, готовясь к нашему сегодняшнему разговору и ну, понимая, какая будет у нас сегодня тема, я попросил коллег из Национального комитета промышленного развития поделиться свежей аналитикой. И вот фактически у нас сейчас в руках свежий отчет. Это, собственно говоря, анализ состояния рынка труда и подготовки переподготовки кадров в Украине в разрезе стратегии социально-экономического развития страны до 2025 года. И вот та ситуация, которую вы описали о нехватке квалифицированных рабочих кадров в на производственных предприятиях. Причем мы с вами коснулись только предприятий. Швейное производства. легкая промышленность, легкая промышленность. значит легенькая лё... промышленность. Да. Так вот, на самом деле это просто отражение общей, общенациональной ситуации, которая сегодня вот в Украине сложилась с, вообще с квалифицированными кадрами со спросом и с другой стороны с, с подготовкой квалифицированных кадров. Ну вот буквально такие несколько интересных иллюстраций. То есть почему почему это так происходит? Значит, ну первое. За последние 15 лет потери Украины от трудовой миграции и миграции молодежи составляли в разные годы от 3 до 30 процентов молодого населения в год. На самом деле это логический процесс, к которому Украина оказалась не готова. Стремясь э, активно интегрировать в э, международное экономическое пространство, в европейское экономическое пространство, мы должны были понимать, что открываясь для рынка труда, мы, собственно говоря, нашим, э, наши производственные силы могут перетекать на те рынки, где более интересное для них экономическое предложение. Поэтому это совершенно естественный процесс, и трудовая миграция наблюдается не только в Украине. Вот вы говорите, ну, там, допустим, Польша, Чехия, страны, которые граничат угу. с одной стороны с Украиной, с другой стороны уже являются частью Европейского Союза. Там ситуация примерно аналогичная. Прекрасная иллюстрация это рынок среднего медицинского персонала угу. и медицинских специалистов. То есть сегодня особенно средний медицинский персонал, затраты на подготовку которого достаточно высокие и время занимают много, значит, но этот человек приобретает уже определенную квалификацию. Так вот сегодня технический э, медицинский персонал средний э, из лечебных учреждений той же Польши, Чехии уезжают работать в Германию, Великобританию. значит, в Великобританию, во Францию, а на их место, соответственно, приезжают работать врачи и э, средний медперсонал с территории той же самой украины то есть те кто уже владеют языком или имеют возможность достаточно быстро адаптироваться они приезжают и они точно они совершенно занимают те места которые освободились то есть в принципе это э, скажем так часть глобального рынка трудового капитала Хорошо, поэтому но... э, это естественно вопрос почему уходят из украины то есть вот ну, вопросов тут на самом деле много, но вот э я хочу, я хочу уточнить. Э Смотрите, мы говорим сейчас, ну вы говорите сейчас о молодежи, да? Ну то есть молодежь это такая условная категория, да? То есть... Эта цифра иллюстрировала только, только молодежь. Только молодежь. Безусловно, вот. уезжают люди и продуктивного возраста, безусловно. Верно. безусловно, конечно. Поэтому возникает вопрос, ну у меня сразу же возник, если мы говорим, например, о 30, ну в какие-то пики, да, было 30% уехавшей молодежи то а, не молодежь, ну, люди, скажем, старше 35 лет, да, ну, от 35 до 50, да, а, они ведь как, как бы, ну, не в таком количестве уезжают, либо не уезжают, да, и тем не менее, а, все равно ощущается нехватка кадров, но... Опять же, люди от 35 возрастом до 50 лет все-таки имеют квалификацию уже какую-то, да, то есть опыт работы и так далее, и так далее. Так вот, знаете, вот есть такая точка зрения, что, ну, существует одна из точек зрения, на вообще в принципе вопрос денежного вознаграждения, да, либо ну это неправильно вообще вознаграждение это такой советский термин, да, то есть зарплата это денежное вознаграждение. в принципе оплату труда вот так назовем это, что оплата труда не есть э, мотивацией то есть мотивацией могут служить нек некие другие совершенно ну, факторы, да, там узнавание нового, просто там интересно поработать, там, ну и так далее, разные совершенно вещи. И э, почему-то каким-то искусственным образом э, занижается э, мотивирующий фактор оплаты труда. Mm -hmm. Вот, э, э, с чем это связано, я понимаю. У нас нет возможности в Украине, э, ну, во всяком случае, так это выглядит, экономической возможности платить высокие зарплаты, да, люди уезжают, э, те люди, которые, э, ну, скажем так, э, старше 35, они остаются в основном, э, но не хотят идти на зарплату на условное 4000 гривен, потому что считают, что они квалифицированные кадры и им просто, ну, как бы нехорошо неправильно работает на 4000 гривен и как бы мы в каком-то странном тупике значит смотрите то есть когда вот вы говорите что мы не можем платить больше в украине то есть почему мы не можем платить больше на самом деле значит конкуренттоспособные э, отрасли то есть те где менеджмент э, предприятий достаточно квалифицирован для того чтобы э, конкурировать на глобальных рынках реализовывая свою продукцию где собственно говоря, труд персонала соответствующим образом оценен, там и уровень оплаты соответствующий. Поэтому если предприятие достаточно конкурентное, там есть возможность, и вот этот вот экономический мотиватор, да, он должен, может быть достаточно высоким. Плюс все остальные, то есть социальная мотивация, узнаваемость там, престижного бренда твоего предприятия, на котором ты работаешь, все эти мотиваторы тоже работают. То есть вопрос в э, низком качестве вообще как бы подготовки менеджмента украинских компаний, которые не готовы опять-таки э, конкурировать на глобальных рынках, соответственно реализовывать продукцию украинского производства с достаточной добавленной стоимостью, чтобы можно было бы и э, соответствующим образом оплачивать стоимость труда тех людей, которые э, этот продукт и создают. Фактически в Украине за последние годы, за последние 15 лет деградация наукоемких отраслей прошла практически полностью. И это отразилось, опять же, и на спросе на рынке образования. То есть сегодня прием даже по государственному заказу на такие дисциплины, как физика, химия, математика даже государственный заказ выполняется всего на 70, там, 80 то есть э, некуда идти с э, знаниями в высоких технологиях. При этом вот есть тоже интересная интересная информация, которой следовало бы тоже задуматься. Значит, у нас сегодня на самом деле уровень обеспеченности высококвалифицированными специалистами в отраслях, вот в основных конкурентных отраслях Украины, например, в сельском хозяйстве 10%. То есть всего на 10% закрыта потребность отрасли в высококлассных специалистах. Это сельское хозяйство, сельское хозяйство которое у нас все время которое Которая у да? нас фактически сегодня это 19% доля в экономике, в ближайшие годы будет до 25%. Угу. То есть всего на 10%. При этом, например, IT, на 25%, то есть сравните 10 и 25, при том, что, ну, собственно говоря, пока всего 9% доля информационных технологий, но ну, лучше обеспеченность квалифицированными кадрами. Почему? Мы прекрасно понимаем, в IT-секторе это отрасль более интегрированная в мировую экономическую систему, лучше налажена система реализации продукции. Наукоемкой продукции, продукции с высокой долей интеллектуального капитала, соответственно, специалисты, работающие в этой сфере, нормально, лучше, скажем так, оплачиваются, чем представители других отраслей. При этом высокотехнологическое машиностроение и приборостроение всего 20%, а наука на 3%. Ну, наука это вообще отдельная тема, да. Ну вот смотрите, вот я могу сказать, например, буквально, буквально вот там пару дней назад наугад набрал в поисковой строке в гугле, да, там рынок труда в Николаеве. И там меня сразу выбросило, если можно так выразиться, на сайт городского совета Николаева в один из разделов, где есть вакансии, да. То есть Показаны вакансии, количество вакансий по специальностям, без, правда, указания зарплат, но просто количество вакансий. Что самое интересное, значит, эти вакансии написано, что актуальны на 1 апреля 2017 года, а в самом низу как бы идет отсыл на то, что эти же вакансии абсолютно идентичные в количественном отображении, да, были на конец э, ноября 2016 года. То есть вот за несколько месяцев вот этих, mm -hmm. да, ничего как бы не поменялось. Так вот, э, самое интересное, смотрите, самое большое количество вакансий, 387, было рабочих вакансий, то есть бетонщики, водители, экспедиторы, швеи, сварщики, электрики, э, слесари, да, в, э, вот больше всех требуются слесари и водители. 282 вакансии для служащих. То есть больше всех правоведение, аудит, экономика, лечебное дело. И всего лишь 113 вакансий без требования подготовки специальной. То есть это дворники, грузчики, да. разнорабочие. Да? Неквалифицированные. Неквалифицированные. Да. Хорошо, можно понять. Там, люди не хотят, там, ну, до последнего терпят, там, до, в зависимости от каких-то там жизненных ситуаций, для того, чтобы пойти там, устроиться в ЖЕК ну, дворников. Mm -hmm. да? Хорошо, можно понять служащие, опять же, то, о чем мы говорили, лечебное дело, да, средний, младший медицинский персонал. У нас э, есть медицинский колледж, который выпускает как раз. Где все эти ребята после окончания? Ну, часть их какая-то там небольшая идет по клиникам, больницам Николаевским. Где-то кто-то в районы уезжает. Но их же больше намного. И вакансии есть, то есть требуется. Это то, о чем мы говорили с вами минуту назад. Да. Значит, фактически, фактически, рынок труда в украине не насыщен не то есть есть спрос как в э, наукоемких отраслях так и видите Проходят. на государственной на муниципальной Про... службе и в лечебных учреждениях Правильно. то есть сегодня э, получается что система образования не справляется то есть при том что не догружены определенные специальности по государственному заказу есть четкий дефицит кадров включая и видите муниципальное управление в областной государственной администрации большой список вакансий. Тут, опять-таки, кроме, вот вы говорите, что экономический мотиватор, он становится все меньше и меньше. Не соглашусь с вами. Нет, нет, нет он, он не становится. Нам подают так это в публичном пространстве информационном, что он якобы становится не все верьте. меньше и меньше. Не верьте, Разумеется. не верьте. Значит, безусловно, экономическая мотивация, тем более в сегодняшнем состоянии украинского общества и экономики, значит, безусловно, если мы хотим получить качественных специалистов, которые смогут нам дать качественный результат, как-то эффективное управление, нормальное функционирование предприятий, безусловно, нам нужно переходить к адекватной оплате труда. Разумеется. Здесь Разуме... есть есть какое сомнение, что Украина может утратить одно из условно конкурентных преимуществ, а это невысокий уровень оплаты труда и наличие э, рынка квалифицированных кадров. Потому что, ну, скажем так, в рейтинге конкурентоспособности, э, насыщенность э, рынка труда как бы это один из э, факторов. Поэтому, но это условно. Потому что низкооплачиваемое квалифицированным не будет. Поэтому э, то, что мы говорим низкий спрос да, является результатом э, вот этого вот э, нежелания, неготовности конкурировать на глобальных рынках, приносить в, э, в Украину нормальные деньги, чтобы можно было оплачивать соответственно специалистов, которые работают на твоих предприятиях. Ну есть еще есть еще такая такая точка зрения, достаточно распространенная и в принципе ну как бы мы ходим, получается так, что мы ходим по кругу, да? вот получается так. Ну берем любое учебное заведение, неважно высшее учебное заведение либо колледж, да, который когда-то назывался училищем, ну неважно, то есть молодые люди, выпускники этих учебных заведений Uh, как бы, как бы имея диплом и некие теоретические знания, потому что, ну, кто у нас на практике ходит, да? Uh -huh. мы, же, мы же прекрасно понимаем. Uh, за очень редким исключением никто. Uh, то есть нек, некие теоретические знания, подтвержденные дипломом. Uh -huh. Вот такой молодой человек приходит на любое производство, фирму, компанию, uh, бюджетную организацию какую-то, говорит: вот хочу работать какие у вас есть вакансии? Ну я так утрирую, да? ему говорят: а есть есть у нас вакансии, вот специалист такого-то класса нужен там, там и так далее, и так далее. Какой опыт работы? Да нет, говорит молодой человек, я только вот с, с дипломом. Извините, нам нужны квалифицированные кадры. И отправляет его подальше. В вашем а, вопросе это, уже ответ. Вот. Это нет, нет, нет. Это первое. Второе. Вторая сторона, да, приходит человек даже уже с опытом работы. И говорит, какие у вас есть вакансии? Опять же, моделируем ситуацию. Ему говорят: вот есть так, такие-то, такие-то вакансии, но зарплаты у нас там, ну, 3000 гривен, условно говоря. 3200. Да. Теперь 3200. Ну как же, ну, у меня же, я же уже опытный человек, я не могу на эти деньги. Мне стыдно. Мне стыдно перед самим собой, мне стыдно перед семьей там, и так далее. И уходит. То есть у нас замкнутый круг, получается. Что с этим делать? У нас есть некие учебные заведения, да? Которые кого-то готовят, которые с каким-то документом, но без опыта, идут к работодателю, и работодатель им может предложить с, вот, с таким вот, вот этим вот документом, да, может им предложить только минимальную оплату труда, потому что их квалификация недостаточная для потребностей того производства там, или э, организации, которые есть. Вопрос в том, что фактически сегодняшняя система образования Украины она настолько отстала, что фактически она и генерирует вот эту проблему, которая не дает возможности появляться конкурентоспособным, квалифицированным специалистам, которые отвечали бы уже сформулированным запросом производства. Может ли бизнес на это влиять? Может, на самом деле. Значит, здесь должна состояться встреча э, адекватно мыслящих менеджеров в сфере образования и, соответственно, заказчика. То есть вот этой вот, то есть бизнеса, производства, вот этой встречи ее не происходит. То есть система образования... А кто не хочет? Я так понимаю, что это к вопросу той же квалификации, тех же менеджеров. То есть эту возможность менеджеры ЗАРИ увидели. Мы понимаем, что это давно сложившаяся практика. Да? Такая же практика в свое время была и на судостроительных предприятиях, да? когда были профессионально технические училища, да, фактически да. завязанные под там, Черноморский завод, под 61-й и так далее. То есть это не новация. Это довольно, довольно хорошо зарекомендовавшаяся практика. Еще более яркий пример. Ну, вы знаете, в структуре экономики Японии лидирующие ну, скажем так, позиции занимают крупные торговые дома которые включают в себя, кроме различных производств, частно разнопрофильных, значит, в том числе они имеют собственные в системе компании учебные заведения вплоть до университетов, которые, безусловно, готовят тот персонал, который нужен компании. Ну, собственно говоря, в Японии другая немножечко модель. Человек, однажды придя в компанию, практически он живет с ней всю жизнь. Он там может выучиться, значит, двигаться по карьерной лестнице, соответственно, проходить необходимое регулярное повышение квалификации, потому что ну, в современном обществе знаний, один раз обучившись и получив документ, ну, скажем так, ты уже не конкурентно способен. Сегодня знания обновляются так часто, что фактически, знаете как, ты перестаешь учиться, ты начинаешь деградировать. И подводя итог нашей сегодняшней программе, я все-таки хочу спросить вот о чем. Вот этот муниципальный заказ, да, готов ли город к нему, ну, в лице там не только власти, да, а вообще в принципе город, бизнес, да, община. власть, община да. вообще в принципе. Нет, я думаю, что готов. Дело в том, что, ну, скажем так, диалог именно вот в плане развития местного рынка труда он уже происходит, он происходит и в формате тех отраслевых советов, которые, скажем так, формируются при исполкоме городского совета. Есть сегодня определенный диалог на эту тему и в экспертно-общественном совете, и отдельно сегодня достаточно большая инициативная группа сформировала уже совет по неформальному образованию взрослых, что как раз и является вот таким вот показателем Подтверждение вот такого слогана, который звучит, он и из городского головы, и, собственно говоря, целый ряд общественных организаций поддержали это, что Николаев ⁇ это община, которая учится. Фактически, вот э, община, в которой э, понимание необходимости и ценности обучения э, признано, имеет шанс быть конкурентоспособной. Поэтому я думаю, что у Николаева, как, как говорится, в этом плане... Как шанс долго учиться будет? Но тут учиться нужно всю жизнь, то, о чем мы говорили с вами. И тогда Николаев не должен все-таки попасть в ситуацию вот тех городов, о которых вы говорили в самом начале, когда тупик и некого уже нанять. Безусловно, у николаевских предпринимателей и на предприятиях Николаева есть сложности, есть целый ряд вакансий, вот, но я думаю, что при грамотном взаимодействии с даже существующей системой образования можно было бы через вот такие вот инструменты помочь жителям Николаева быть более конкурентоспособными на рынке труда. Главное оставаться работать здесь. Да, главное оставаться работать здесь. Были бы производства, да, были бы инвесторы, были бы производства. Опять-таки фактором инвестиционной привлекательности является наличие квалифицированной рабочей силы. Совершенно верно. Так, а что первично? Что первично... Потому что мы можем, мы можем обучиться все тут в городе, да, ну, условно говоря, и сидеть, ждать инвестора. А инвестор все никак не сможет прийти потом по другим каким-то причинам. Вы знаете, это процесс... И начнет народ опять растекаться. Uh -huh. Нет, ну, тут, знаете, как мы подготовили, все сидят, а едят они в это время что? Значит, безусловно, работа над... На подножном корне. На капусте. Работа над инвестиционной привлекательностью города она должна вестись постоянно. И факторы конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности ⁇ это не только наличие кадров, да? это и нормальная регуляторная среда, и в целом философия экономического развития для, там, например, там, территории города, территории области. Значит, это готовность работать с инвестором и создавать для него условия, подходящие, и, знаете, как не просто, ну, приходите к нам, сделайте шаги для этого подготовить земельные участки, которые могут быть переданы, подготовить, соответственно, привести в порядок местную нормативную базу, регуляторную среду на местном уровне, воспитать должностных лиц, в частности, тех же органов местного самоуправления на философии взаимодействия с бизнесом. Окей, okay. будем надеяться, что так и будет в ближайшей перспективе, потому что я уже не хочу говорить о далекой. Перспективі, так, да, говорімо ближайший. Надіємося, що так і буде. Дякую, Артем Ващеленко, за участь в програмі. А з вами був Ігор Пох, програма Пох фактум. До зустрічі.